Я послушаю новую музыкально-поэтическую композицию «Скромности твоей милой песни, ожившей поэзии». Композиция называется «Напоследок я скажу». Музыка Андрея Петрова, слова Павла Архангелина, исполнение Семена Фоморовича, третья музыка. Послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательного поэта Алексея Фатьянова «Когда проходит молодость». Музыка Сорокина, исполнение Самуила Фрумовича из цикла «Любимые песни ожившей поэзии». «Когда проходит молодость». Когда проходит молодость, длиннее ночи кажутся, что раньше было сказано, теперь уже не скажется. Не скажется, не сбудется, а скажется, забудется, когда проходит молодость, то по-другому любится. На что нам жизнь сетовать, на то, что ночи длинные, и
еще полны рассветами. Все ночи соловьиные, коль ночи соловьиные цветут кусты жасминные, и ты, как прежде, кажешься кудрявою рябиною. Пускай густые волосы подернулися инеем, глаза твои усталые мне кажутся красивее, что не сбылось, так сбудется, не сбудется, забудется. Когда проходит молодость, еще сильнее любится. Пускай густые волосы подернулися инеем, глаза твои усталые мне кажутся красивее, что не сбылось, так сбудется, не сбудется, забудется. Когда проходит молодость, еще сильнее любится. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкально-поэтическая композиция «Когда проходит молодость». Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт». На слова Михаила Матусовского, музыка Вениамина Баснера, «Белая акация, грозди душистые», цикл «Ожившая поэзия» исполняет Самуил Фрумович. Сегодня они только.
до метели до белая напоминаю сегодня о них. В час, когда ветер бушует неистовый снопою, силою чувствую я белой акации гроздья душистые, невозвратимы, как юность моя. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фурмович. Музыкальная композиция «Ромас белой акации гроздья душистые». Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи Матусовского «Музыка». А чья музыка? Я уже забыл. Музыка Баснера. Музыка Баснера, исполнение Самуила Фурмовича, композиция называется «Белая акация, до гроздья душистые». Целую ночь словенно насвистывая, белая акация.
спасибо за внимание. С вами был Самвел Фрумович. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательного поэта Алексея Фатьянова в городском саду. Музыка Матвея Блантера, исполнение Самвела Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Скамейки, где сидишь, нет свободных мест. От того, что потли и река блестит, мне от глаз твоих красивый взор не отвести. Прошу чуть не полмира я с такой, как ты, не встретимся. И думать не додумался, что встречу я тебя. Знай, какой другой на свете нет наверняка, чтоб навеки покорило сердце моряка. По морям и океанам мне легко пройти, но такой, как ты, желанной, видно, нет пути. Прошел чуть небо мира я с такой, как ты, не встретился. И думать не додумался, что встречу я тебя. Вот рассвет весенний гасит звездочки в пруду, но ничто не изменилось в городском саду. На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест. В городском саду играя духовой оркестр, прошел чуть небо мира я с такой, как ты, не встретился. И думать не додумался, что встречу я тебя. Прошел чуть небо мира я с такой, как ты, не встретился. И думать не додумался, что встречу я тебя. Спасибо за внимание. С вами был Самвел Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт» в городском саду в стихе. И на этом, друзья, заканчиваю наш небольшой концерт «Любимые песни ожившей поэзии». Спасибо за внимание. С вами был Самвел Фрумович. Всего вам пока.